Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, уважаемые сочинцы и гости курорта, от имени депутатов городского собрания Сочи поздравляю вас с праздником, с Днем Великой Победы. Этот день, этот праздник не зря называют праздник со слезами на глазах. 9 мая – это особый день, день и светлой памяти, и в то же время скорби по миллионам погибших на полях сражений, в подполье, в концентрационных лагерях. В мире нет ничего страшнее, нежели война. Поэтому в этот день я желаю всем мира и спокойствия, светлых, наполненных добром дней, радостных рассветов, красивых закатов. Низкий вам поклон, солдаты Великой Отечественной. С праздником, сочинцы! С Днем Победы!